Первым выступить с отчетом о проделанной работе за 2016 год слово было предоставлено начальнику отдела архитектуры и градостроительства Джабраилу Цициеву, который подчеркнул, что основной задачей и функцией отдела является разработка и осуществление мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных задач города в области строительства и архитектуры. В своей работе отдел руководствуется градостроительным и земельным кодексом Российской Федерации, федеральными, республиканскими и городскими постановлениями, а также специальной литературой. В исполнении плана мероприятий по реализации приоритетного проекта Республики Дагестан «Отделение экономики» администрации муниципального образования городского округа «Профсоюз» на отдел архитектуры и градостроительства были возложены обязанности по выявлению, присвоению, изменению и аннулированию адресных характеристик объектов недвижимости в черте города и внесение их в федеральную информационную адресную систему ФИАС. Так, за 2016 год было подготовлено нами 21 распоряжение администрации города на более чем 320 объектов капитального строительства и земельных участков. По словам Цициева, в течение 2016 года в отдел поступило и было рассмотрено свыше 260 заявлений и обращений граждан, а также министерств и различных ведомств, что на 32 обращения меньше, чем в 2015 году. Такое снижение бумажного бюрократизма говорит о проводимой работниками отдела разъяснительной и консультативной работе с горожанами и взаимодействии с действующим в городе многофункциональным центром. Также в 2016 году была активизирована работа по актуализации налоговой базы по объектам недвижимости, что увеличило нагрузку на отдел в разы, поскольку вся сложность работы в данном направлении заключается в разъяснении и убеждении налогоплательщиков в необходимости регистрации права на объекты недвижимости. Далее с докладом выступил главный специалист отдела земельных отношений Алимпаша Магомедов. Основными задачами отдела являются участие в разработке, формировании и проведении государственной политики, регулирование земельных отношений, управление земельными ресурсами города, обеспечение эффективного управления земельными участками, а также рациональное использование муниципальных земель, осуществление правового регулирования приватизации земельных участков, обеспечение системного и плавного подхода к процессу приватизации. Также отдел занимается ведением учета договоров безвозмездного пользования, аренды, залога и иного обременения муниципальных земель. Отдел земельных отношений администрации города осуществляет единую политику по вопросам землепользования, градостроительства, учета, инвентаризации, оценки и регистрации недвижимого имущества. Так, за 2016 год, исходя из отчета, отделом рассмотрено 1016 заявлений, по которым приняты соответствующие меры. Заслушав докладчиков, руководитель совещания, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов обратил внимание, что в некоторых направлениях необходимо усилить работу для достижения положительного и качественного результата, подчеркнув, что успех любого ведомства зависит от тесного взаимодействия и поддержки всех служб и подразделений муниципалитета. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».